Бажаю всім доброго ранку, і у нас вже є перші наші гості на сьогодні, тож мені дуже приємно представити вам Сатьяван і Лілана, мандрівники. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, по-перше, мені дуже хочеться у вас спитати про ваші імена, а потім вже перейдемо до основної теми. Ну, ім'я Сатьяван, взагалі, з санскрита переводиться «Саття – це істина». Є же Сатья Сай Баба, такий звісний мудрець зараз. А ван – это наполненный. Получается, наполненный истиной или преданный истине, преданный вечности. Ага. А Лилана, в санскрите Лила – это игра Бога. Не простая игрушка, а игра, в которой мы… Он режиссер. Бога. Бог режиссер, а мы четко исполняем, так сказать, праведно свои роли. Вы их себе сами брали, эти имена? У меня имя мне дали, в общем-то говоря, в ведической, тантрической, там, йоговской традиции. Ага. Когда-то лет 15 назад я открывал первую, так сказать, московскую тантру. С нами считалось даже христианство и другие религии. 10 таких организаций было. Вот, так что это в традиции южной. Секретная там или как, сакральная. Это своего рода традиция. Духовные имена, которые уже связаны с именем души, наверное, а не с физическим телом. Супер. Тепер давайте перейдемо до основної частини нашої розмови. Ви мандрівники. Що це за мандри, що це за подорожі? Взагалі, чим ви займаєтесь, якщо можна у двох словах? Я не маю на увазі, що у двох словах дуже коротко, просто як це? Сергей, наверное, ты расскажи о континентах. Да, какие путешествуем там будут? По всем континентам. Что это за подорожі? Это свободное путешествие с йогом. И с рейки. Лилана мастер рейки, я мастер йоги в 40 лет в йоге. Я живу в йоге. Это по континентам, если. А в принципе мы занимаемся развитием людей. То есть человек, который хочет меняться, что-то менять в своей жизни и, в принципе, как-то каким-то переменам стремиться. Вот те люди с нами и ездят. Путешествовать с нами, да. Большие путешествия, где много можно увидеть, много постигнуть, устать, конечно, но после этого годами вспоминать и кучи фотографий и всего, в общем, очень сильное впечатление. Да, по поводу впечатлений. Чего впечатляет в мире? Например, я был в Антарктиде и снял ее. К сожалению, мой вот этот дорогостоящий VIP-путешественник, он мне оборудование купил, и то, и все, все снимали, и все. Он меня попросил: «Сережа, поставь меня на голову в Антарктиде». Мы всю Южную Америку, значит, путешествовали. 70 дней он выделил для этого дела. Ну, не все так могут. Если 21 день была до этого группа, раз и улетели, пропутешествовали три страны и улетели в Южную Америку. А он 70 дней. Выделил время, там, оставил бизнес своим партнерам, там, крупный бизнесмен из Москвы. Купил камеру, короче, я его поставил на голову, конечно, раньше, не в Антарктиде. А в Антарктиде он уже расслаблялся, смотрел на льды, пил виски и рассказывал, как выгодно и хорошо и дешевле получилось путешествовать с Сатьяваном. Смеялся над англичанами, которые в два раза дольше заплатили, и русские тоже из Москвы тоже раза в полтора больше заплатили за кругосветное путешествие, которое короче было, 24 дня, а у нас 70 дней. В общем, вот такая история. Потом, самое смешное было и самое интересное, это даже детям интересно. Если бы фільмів зараз, можливо, було поставити в ефірі Антарктиду. Я, режисер, прошу, якщо є у нас те, що нам готували раніше, будь ласка, давайте на плазму це поставимо. Не важно, я расскажу, это можно на словах рассказать. Самое поразительное, конечно, не только льды Антарктиды, вот эта прохлада. Хотя летом там 15 градусов, а лето у них зимой, это в январе. Мы были в декабре, только начало лета. Но мы добрались до английской базы, где изучают пингвинов. И на одном холмике пингвины занимались любовью. Это так красиво, и с другой стороны, так смешно, и крылышками, и клювиком, и все. Но, к сожалению, это нет на экране. Но наши фильмы когда-нибудь на фестивале Тавали посмотрите. В общем, занимались любовью. Ничего не понятно совершенно, но так красиво. Взагалі, и детям вони интересно. Вони класні, в принципі. Да, их видов там 20 или 30 я насчитал. В моем фильме это много. Я наснимал там. То есть я для BBC снимал фильмы. Вот, и там очень много видов пингвинов. Это Патагония. Это знаменитый, великолепный водопад. Он голубой, он и с музыкой там. В общем, короче, этот фильм, тут радугу вы сейчас увидите, прямо на пол экрана влево идет радуга. Вода просто такая, что у меня художники, которые со мной ездили, они вот так протирали глаза. Неужели такой цвет бывает?
Супер, супер. То есть и там и льды голубейшие, и все эти, как небоскребы льды этих ледников в Патагонии. То же самое в Антарктиде. Мы издалека видели айсберг, который 0.5 километра в высоту, выше, чем Останкинская башня. И длиной где-то 50 или 100 километров не видно было конца. Но мы к нему, конечно, близко не подплывали. Так что вот это пингвины и льды, это потрясает. А в Патагонии потрясают вот эти цвета, так, цветов. Так, колір там просто якийсь такий фантастичний, неймовірний. І везде, к сожалению, вот как везде мы занимались с этим ВИПом, ну и с другими, с группами, то везде занимались практиками. Ну, кто хочет, я не заставляю. Я 40 лет в йоге, для меня это уже как ритуал утром. Встать, там, обмыться холодной водой или полежать в проруби. Или постоять на голове на льду. После этого позаниматься какими-то практиками. Конечно, это гораздо лучше, чем комнатная йога. Ну, звичайно, мабуть. Які країни ви вже встигли, в які країни подорожувати? І чим, можливо, вони відрізняються одна від одної? Всю Южну Америку ми об'їздили не один раз і зняли фільми. Почти весь Індокитай, да. Бразилії були. Самбодром этот сняли, самбодром, который значит, танцует и крутят там красивыми ножками вот, в перьях полуголые. Там. И даже танго-дром в Буэнос-Айресе сняли. Супер. Вот. И танго-дром на улице сняли. Я попал на главную улицу в Буэнос-Айресе и прямо снял вот это представление танго. До речи, про танцы, так? Сегодня день танцев, это так, да. Дуже в тему. Вы так хорошо рассказывали, вот и о танце Шивы, и все, что прям захотелось вот взять и станцевать там. Я тоже занималась танцами. А я шиваита, для меня это Сергей так Шиваит. Приятно слышать, потому что я шиваита. Меня спрашивают, какой вы религиозности? В Индии меня спрашивали, а я говорю... 50%, 50-50, 50% шиваит, 50% христианин, потому что я шиваитскую традицию получил раньше, а потом я в катакомной церкви получил благословение, так сказать, в Москве и получил, так сказать, христианское крещение. Ну, я рада, что я так потрапила до темы. Які місця взагалі, що це місця природи, ну, чи місця культури, чи місця релігії? Это все. В первую очередь, места силы, то, что меняет человека, то, что облагораживает его, успокаивает и это самое, и лечит душу его. Места силы, или как сейчас современно, или святые места, храмы, красивые моменты с людьми связанные, самые красивые города. Короче, сознание красоты изменит мир, сказал Святослав Рерих. Я 5 раз с ним общался. Это вот именно вот эти места. Мы за 30 дней путешествия по Индии, например, посещаем мест 20-22. То есть это очень мощная динамика. И в каждом городе из этого есть мы еще 5 мест. Вот умножьте, это около сотни красивейших или священных мест или храмов. Это просто повні флешки фотографий. Да, да, да. У всех. Это мы даже им даем возможность, мы сами много не фотографируем. Фотографируют вот все наши путешественники. Они привозят вот такие кипы, нам это все дают. И вот эти фотографии я сейчас вот... Так, я, до речі, хотіла перейти до фотографії. І показуючи ці фотографії, я хотіла запитати вас, що взагалі цікавого відбувалося ще під час ваших подорожей? Можливо, якісь-небудь цікаві історії? От зараз, да, це Тибет на фотографіях. Но я паралельно зараз буду розказати. А на екрані йде, вот, значит, а Патагонія, це Латинська Америка, самий юг Чилі. Но ми були только что путешествовали и приехали с Лиланой из Индокитая и сняли фильмы для BBC. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос и Бирма. И самое смешное, Лилана приехала, когда встретила группу в Индокитае в Лаос и увезла группу. Мене батько нещодавно був в Лаосі, я бачила ці фотографії, це щось неймовірне. Луанг-Прабанг, да. Вот самое интересное, когда мы приехали вот во Вьетнам, и должны были встретиться с Сергеем, и мы встретились во Вьетьене с Сергеем. Это Лхаса, столица Тибета. Нужно было как-то там что-то решать, вопросы по дальнейшему путешествию, по визам в Бирму. И Сергей улетел из Лаоса в Бангкок. И мне пришлось в таком экстремальном режиме совершенно в незнакомой стране вести группу. И, в общем-то, нельзя сказать, что было сложно, но нельзя сказать, что было легко. Что-то такое среднее –
абсолютно такое в потоке, в божественной любви. Ну, в общем, все получилось, все сложилось. И вот через 6 дней после Луанд Прабанга мы встречаемся на севере Таиланда, переходим границу из Лаоса в Таиланд. Они ехали без паспортов. Нормально. Я паспорта все забрал, чтобы в Бангкоке сделать, потому что в той стране, в Лаосе, 7 дней сказали, ждите визу. Ну, это очень интересно, визу. И мне пришлось за один день быстро приехать обратно, пересечь границу, забрать все паспорта, сделать там визу и приехать их встретить уже, не пересекая границу, подойти, передать паспорта и перевести. В принципе, это ни одна турфирма не может такие экстримы выполнять. Ну, у мене було наступне запитання, чому саме з вами їздять? Це одна із відповідей, так? Скільки я зрозуміла? Да, потому что мы прежде всего занимаемся и делаем акцент на человека. В этих поездках, безусловно, уделяется внимание как отдельно персональному какому-то вот человеку. Это Антарктида, смотрите на голубые льды. Так и всей группе. То есть это и групповая энергетика, и непосредственно работа с каждым человеком, потому что путешествия очень динамичные. Человек получает совершенно новое состояние в каждом миге, в каждом следующем этапе пространства, продвижения в пространстве. И с этими состояниями, каждый должен понимать, что надо делать с этими состояниями. Не просто пребывать в этих состояниях, а как-то переживать, перерабатывать, трансформировать эти состояния. Кстати, у нас очень часто бывают не только люди, которые могут поехать вот со здоровьем, у кого нет каких проблем, а и те люди, у которых есть со здоровьем сложности. И даже те люди, у которых есть очень большие сложности со здоровьем, может быть, даже на уровне неизлечимого. И вот в таких поездках люди излечиваются, потому что дух зовет, душа получает новую энергию и, естественно, подстраивается физический проводник, то есть тело исцеляется. И одна смешная ситуация, вот я вам расскажу. Вот женщина ездила в одну из первых поездок, целительница, а при этом у нее, конечно, травмированное колено когда-то спортом поломалось. В общем, срослось. У нее, и она ходила вот на прямой ножке. Слушай, и она говорит: Сатья Ивановна, ну я не знаю, как ты будешь. Я говорю, не волнуйся, Зина, я тебе буду помогать, чемодан, мы не будем торопить группу. Она всю Индию объездила, и смешная ситуация, она меня все время спрашивала, как только приехала, почему в Индии, почему везде грязь, это такая высокая духовность, почему столько грязи, и все. Я молчал. Ну как можно ответить? Индия великолепная страна, такие чистейшие храмы, как пятизвездочные отели. Через 2 недели она мне: ты знаешь, я догадалась, они с грязью договорились. То есть индусы, они отодвинули грязь на метр возле своего магазина, отмели. Неважно, там проезжает рикша, машина, пыль поднимается, бумажки летают. Но он считает, что он чистый, он в белом галстучке. Они все беленькие, одеты, все самые чистые, а пыль рядом летает. В поезде тоже все чистенькие, но везде пыль летает. Но они нормально договорились. Еще один такой интересный случай. У нас афоризмы. Мы собираем афоризмы вообще от своих людей. От своих путешественников, да. Приехали мы в Варанаси, и там очень много йогов. Это Бенарес. Йоговский город. Самый древний город. И вот они сидят, значит, и созерцают. На берегу Ганги. Берегу Ганги, сидят в такой позе йоговской, очень много их там было, этих йогов. И одна наша женщина идет и говорит: бездельники, сидят, ни черта не делают, что это вообще такое? Я, значит, вот, она сама... А зубной врачиха, зубной врач, с утра до вечера зубы ремонтируют, большие деньги получают. Деньги зарабатываю. Да. Сергей идет и говорит: ну, конечно, говорит, бездельники, такие храмы построили, а дворцы теперь сидят. Дворцы строили тысячелетиями, бездельники, ничего не делают. Строят, самое ходят, интересное, молят. Что когда мы с ней сейчас вот снова вот столкнулись, и уже у нее спрашиваем: Ирин, ты помнишь вообще, вот ты такое говорила? Она говорит, я такого не помню. Собираюсь еще поехать. Я не знаю. Я такого не говорила. Да, я еще раз хочу поехать. Как я могла так и сказать? Да. Ну, в общем, люди находятся вот то состояние, о котором я говорила, это измененное состояние сознания совершенно в этом новом пространстве. Индия вообще страна духовности. И поэтому, когда человек туда попадает, естественно, состояние другое. А здесь это еще одно состояние, уже привычное нам. И люди даже иногда не понимают, вот, и даже из памяти выходят какие-то вот отрицательные такие вот проявления человеческие, остаются только положительные. Потому что после таких путешествий, вот что бы там ни было, какой бы
там, в кавычках, колбас у человека не происходил, все равно остаются позитивные впечатления, и вот человек приезжает с новой энергией, с новыми мировоззренческими пониманиями, с новым сознанием совершенно, и с новым, в принципе, вот, пониманием жизни, и фокусы, вот эти акценты этих пониманий, они другие. Когда все время спрашивают, а вот вы все время путешествуете, сколько, когда же вы бываете здесь, у себя на родине? Я родился в Киеве, Леона родилась в Харькове, я 30 лет прожил в Москве какое-то время. Я и в Москве появляюсь, или в Харькове, или в Киеве, ну, от силы вот с Леоной, ну, недели две, ну, максимум месяц там в году. Остальное путешествие мы снимаем. Они говорят, да, хорошо, а как же вас найти? Мы говорю, фестиваль вот, Тавали. Мы сейчас были два на раза в году. Тавали. Мы приезжаем специально на фестиваль. Побыли на фестиваль и уехали. Громадный так, что... фестиваль Тавали. Мы там всегда поем вот своей мантрой. Рассказываем о тех приключениях, которые, с которыми сталкиваемся, и проводим мастер-классы. Ну, как правило, у меня мастер-класс по рейке. Это энергия любви Бога, которая лечит как бы на всех уровнях бытия человека, и в том числе на физическом. А у меня по йоге, а потому Сергей... что 40 лет, просто образ жизни, потому что дает результат именно образ жизни. А не какие-то попрактиковал, что-то там туда-сюда и все. И самое интересное, это все сочетается. Вот и холодовая йога, и рейки, это все сочетается. Поскольку это все энергия жизни. Супер. Ну, я була на Тавалі, мені дуже сподобалося. Тож, так, це щось таке, ну, незвичне для нашого сьогоденного життя. Це, да, ну, щось таке зовсім інше. І от ще у нас в планетарії, допустим, ми сотрудничаємо з планетарієм, з Галиною Васильевною, великий астроном, астролог, і вона, в общем, завжди нас приймає, коли мы приезжаем, рассказываем что-то, показываем. Игорь Березюк, фильмы. Наш друг тоже. Игорь Березюк, наш который тоже, друг. Да, который выступает, песни поет. Мы его возьмем в Тибет, наверное. Вот ближайшее путешествие у нас будет в Тибет в июне. Вот сейчас осенью, собирается. Осенью будет вся Латинская Америка с Антарктидой, а потом будет вся Африка. Это будет сложное путешествие. Вот это тоже из Тибета. Вот это четкие. Их 108, и они из кости яка сделаны. И когда мы проходим через Кайлас, которая, это гора, которая двигает веру, то вот через Кайлас идешь и Ом Мани Падме Хум 108 раз читаешь. А всех спрашивают, почему вот эта гора и почему именно туда, почему нельзя здесь где-нибудь на Кавказе там, или в Крыму, а там сочетание, гора, которая двигает веру, великолепные озера, и потом ты спускаешься, вот наверху снега, спускаешься с Гималаев, внизу тропические леса. Сейчас вот песня звучит, так, кстати, тибетская. Вибачте, мені вже всі кажуть, що не можна, що вже час закінчено. Спасибо, мені вам дуже приємно було з вами поспілкуватися. Я вам щиро дякую, бажаю вам гарних подорожей. Сподіваюся, що спасибо коли-небудь вам. І я з вами також поподорожую. Тож, я хочу нагадати глядачам, що у нас були мандрівники Сатьяван та Лілана.